Привет, народ. Поговорим сегодня о броне, которая присутствует в Last Oasis. Мы изучили ее полностью всю. Это самый первый сет, тряпочные доспехи, так скажем, тканые ботинки, тканая повязка, ну и все остальное. И сегодня я вам покажу по порядку, как выглядит персонаж в других бронях, так скажем. Погнали дальше. Мы берем еще один сет. Это уже броня. Сейчас вам скажу название точно. Из меха рупу. Тканые ботинки также ничем не отличаются, но вот так выглядит персонаж в ней. Также и усиливается здесь вот этим плащом. Это уже броня, укрепленная из мехорубки, так называемая. Не знаю, как повернуться, чтобы вам было видно. Но вот так он выглядит в ней. Следующий сет брони идет уже по прочности больше. Мы его одеваем. Это броня из плетенки. Уже половчей она выглядит. Мы уже такие серьезные бойцы. Особенно с виндамским топором. Ручным. Есть боевой, но я его не стал делать. Дальше броня лесника. Самая распространенная броня. Она так вот выглядит. Мы уже экипировались посильнее. У нее абсорбинг 39%, снижение скорости 9%. Ну и сама броня четверочка. Теперь добавляем броню. Я скажу ее точное название. Хрупкая костяная. Она уже дополняет ту броню лесника вот этими хитиновыми пластинами. Выглядит вот так. Такой вот чел. Без повязочки только. Ну и погнали броню с тройной подстежкой. Делается она, по-моему, из секвои. Вот такой модный парень у нас получается. Уже довольно-таки посерьезнее она должна быть. 35%, ну, не намного серьезней. Та, конечно, была половчей. Но выглядит вот так. Дальше идет броня из панциря. Это моя такая любимая броня. Защищает она неплохо. Но и снижение скорости у нее, конечно же, больше. Сейчас мы посмотрим, насколько больше. Абсорбинг 48, снижение 15%. Ну и броня пятерочка. Следующий сет у нас это из секвои броня. Она прям таки, я вам скажу, 41% абсорбинга. Снижение скорости 3%. Вот такой с голой сиськой. Но туда враги не метятся, чтобы попасть. Ну и последний сет брони, который присутствует у нас в игре, это железная броня. Одену я с такой челмой, я с ней вот так вот хожу. Если вы не заметили, то вот так вот он выглядит красиво. Защищен. Абсорбинг у нее 31,77, но это потому, что она 10 грейда. 21 защита, ну и 15% снижения скорости. Такой вот парень получается. Я, конечно, хотел себе другую масочку купить на голову, но была вот эта, и она мне зашла, так скажем. Нравится. Ну и все, в принципе. Вся броня показана.
Если вы хотите как-то модно выглядеть, то самый прикольный сет, на мой взгляд, это железная броня. Спасибо, что зашли на канал. Подписывайтесь, ставьте лайк, если понравилось видео. Всем пока. До новых встреч.